На уровне области и района перед поселениями была поставлена задача благоустроить до конца года 10-ю часть внутридворовых территорий. Для Успенского это требование не стало неожиданностью. Работы по благоустройству территории ведутся здесь на постоянной основе. Яркий пример – поселок Сосны. В соответствии с законом о благоустройстве Московской области, любая дворовая территория должна иметь 6 элементов благоустройства. Это и газоны, и освещение, и парковки. Сейчас здесь проходят работы, выполняет компания «Русские газоны», прошла все конкурсные процедуры. Работы выполнены в основном уже процентов на 20-25. Это самый такой тяжелый вид работ, когда происходит снятие грунта, выравнивание, планировка. Предусмотрено здесь создание 280 метров погонных тропиночной сети. Будет порядка 300 квадратных метров детская площадка для возраста от 3 до 8 лет с мягким покрытием, с малыми архитектурными формами. В результате двор домов 17 и 18 в поселке Сосны станет уютной парково-досуговой зоной. В ближайших планах создание таких территорий во всем поселении. Приятным дополнением станет установка декоративных скамеек и красивых уличных светильников. В поселке Сосны в этом году мы выполнили порядка 1 километра прокладки кабеля и установили 52 фонаря, очень красивые. Я думаю, вы их увидите. И, собственно говоря, проблемы освещения поселка на данном этапе уже полностью выполнены, и они решены. Дальше мы будем только лишь контролировать и понимать, где-то добавлять интенсивность освещения, где-то убавлять. Потому что есть разные мнения. Кому-то ярко светит в окна, кому-то не хватает. Здесь мы уже будем подходить индивидуально. Кроме этого, в поселках Сосны и Горки 10 намечено расширение парковочных территорий. Все сезонные работы по благоустройству успенское поселение планирует завершить до 15 октября. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Прежде чем приступить к работе.